Приветище, это Человек-паук Майлз Моралес, и сегодня у нас корпоративные проникновения. Дело в том, что мы находимся возле корпорации Роксон, и нам нужно проникнуть внутрь и узнать, что там вообще происходит. Что ж, давай попробуем это сделать. Через окошечко, естественно. Ой, что-то я... Что я делаю? Я вообще не... Привет, ребят, я случайно, я не хотел это делать, это как-то так паутина у меня самовольно. Все вообще произошло как-то необъяснимо, но факт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ты в курсе, что нельзя? Нифига себе. Нифига себе, у вас чудное оружие. Не-не-не-не-не, так не прокатит. Мощно. Очень мощно. По-тихому вообще не вышло. Но я всех раскидал. Я красавчик. Ладно. Мне надо попасть внутрь. Хорошо. Только вначале подхилимся и сменим, наверное, костюм. Костюм я выберу какой-нибудь другой. Кстати, насчет костюмов. Мне говорили, что того кота, которого я спас в кофейне Тео, точнее в магазинчике Тео, если я его поглажу, то мне дадут костюмчик с котеечкой. Надо будет обязательно туда сходить, в магазинчик Тео. Вот такой вот костюм мне больше нравится. Он как раз подходит для проникновения в корпорацию. Вот его и купим. Чудно. Все, идем в нем. О, да. Даже никто не запалит, что это Человек-паук. Даже? Человек-паук в таком не ходит. Так что от меня подозрения все... как это сказать? Разные штуки. Да, мы знаем, что ты можешь заряжать всякие штуки. Разряжать. Короче, подозрения от Человека-паука отлетают. Врубаем. По-моему, мы к чертям все сломали. Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Да у нас все по плану. Я на месте. Да ты что? По-моему, ты в вентиляции. На месте он. Ладно, будем прицеливаться. И... Так, удерживайте, чтобы прицелиться, а потом нажмите, чтобы остановить вращающийся объект. А я думал, мне вот сюда. К решеткам. Хорошо, давай прицелимся. Как я четенько попал. Только не шевелись. Только не шевелись. Нам вниз, по всей видимости, да? Вломился в лабораторию с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Как будто впервой. Я должен дома, дрыхнуть, играть в приставку. Угу. И есть печенье целыми коробками. И отъедать бока. Ну и куда? Ленивая жопа. Ну, давай мы все остановим. Чё нам-то? И там, и сям походим. Все остановить. Так, значит. Вышел. Какую-нибудь гадалочку надо. Не гадалочку это. Как она? Вышел немец из тумана. Вынул. Что-то неправильно. Вышел немец из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Все равно тебе галить. Все. Там галить было или нет? Ну, неважно. Короче, такая вот моя щекалочка. Идем сюда. Паучок. Мы как настоящий паучок. А. Стоп. Я что, хожу по кругу? Понятно. Парень, который все проектировал, явно приврал в своем резюме. Начнем сюда. 100%. Гадалочка сработала, мы поняли, где правильный проход. Что там, вода внизу, что ли? Сколько воды. Сколько воды. Чтобы спрыгнуть, нажмите. А можно прыгать туда? Вдруг там опасно? Тут все из стекла. Костюм будет плесень вонять. Блин. Давай-ка сюда. Тут, короче, я по этому ходил. Но тут же стекло, да? Вот это стекло. Нет, это не стекло. Я подумал, что стекло, но это не стекло. Оказывается, я тогда по балке бегал. По металлической балке. Телефон намного ниже уровня земли. Ну, давай спустимся. По-красивому. По человечьей паучку. Нет, по человечьей паучканому. Ой, запутался. Пошли вниз. Точнее, поехали. Приветик. Тут никого нет. Можно покрутиться? Надо, знаешь, что сделать? Надо фото замутить. Ой, не то. Не хочу ничего прерывать. Мы сейчас фоточку крутую замутим. Вот такую вот. Ну все, фотка есть.
Выходим из этого режима. Ой-ой. В смысле? В смысле, что произошло? Чтобы включить или отключить камуфляж, нажмите. Кто-то заходит. Включайте систему вентиляции поломки. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Понял, сэр. А если подлога нужна? Вызывайте немедленно. Роксон ничем не хуже прочих. Короче, что паук, что умелец, для них опасность. Я думаю, что можно спрыгивать. Тут нам уже ничего не грозит. Двери оставили открытыми. Вот оболтусы. Привет. Ты кто такой? Это бродяга. А что смешного? Черт, Майлз. Да ладно, это наш дядя. Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Опять всю самую грязную работу придется делать в одиночку. И видишь только мне. Вентиляцию с лазерами? Вижу. Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Да, попробуем. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только тот район задеть. Проверяю периметр. Так, значит, мины. Кидаем. Что такое? Подойдите поближе. Поближе. Бах! Что ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Вот этого чувака надо схватить. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо просто... Ну не так! Вообще не так! Я хотел его пришпандорить куда-нибудь. Давай-ка наверх. Где ты? Нельзя использовать оружие против паучка. Я добренький сосед. Вот и все. Спокойно. Почему-то мне не удалось его прицепить наверх. В этой комнате должна быть вентиляция. Окон. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Окей. Погнали, значит, к реактору. Нам вон туда наверх надо. Эй! Где на форум, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра Нуформа сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер. Я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть... Заткнись. Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру. Однако, сейчас... Я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. Суровый дядька. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Сейчас вырубим. Ближе, ближе, ближе. Красавчик. Есть раненый. Нет никого раненых тут. Так, еще есть тут предохранители? Вот предохранитель. Подходите сюда, ребят. Давай, 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 не ленимся, не ленимся. Ленивый жопа. Красава. И с этим сейчас разберемся.
Какой чистый, у вас там два трупа лежит. Здесь тело, один... Прикольные вы, ребята, конечно. Так, значит, я хочу вот этого чувака. Схвати его. Здесь Человек-паук. Блин, да понятно, что тут Человек-паук есть. Вот я прыгаю. Че, не могу достать его, что ли? Блин. Паутинный удар я не хочу юзать. Подойди поближе, дружок мой. Прикройте меня с тыла. Ничего тебя никто прикрывать не будет. Видал я, как умею? Опа. Я помогу. Давай, давай, помогай. Ладно, значит, подтянуться к стене не хочу, нокаутировать не хочу. В общем, нет у меня возможности его в кокон и куда-нибудь прицепить. Хорошо. Значит, нокаутируем. Готов? И с этим разбираемся быстро. Готов? Вот так вот тебе. Отлично. Хорошо. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Ой, не то. Взрывостойкий барьер. Нам сюда. Погоди. В городе есть другие лаборатории. В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. Ясно. Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся. Нам бы куда-нибудь наверх запрыгнуть, чтобы... Вдруг там кто вылезет. Вроде чисто. Не стой. Скоро прибудет охрана. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. Что он там делает? Помни, что я сказал. Не попадись. Ок. Что там делает телефон в самом низу? Это капец. Ну ладненько, давай пробовать. Пробовать. Сейчас я всех отмечу. Тут дофига народу просто. Если я запалюсь, то мне будет очень жарко. Весь мой покан будет подорван. Он будет испепелен. Так, пока что я нашел... Сколько целей? Сколько целей я отметил? Почему у меня не считается в моем умном костюме, сколько целей я отметил? Ну, короче, человек 6-7. Точно я отметил. Так, опасно, да. Безопасно. В комментариях тоже писали, когда тебя могут спалить, написано «опасно». Вот я это вижу. Знаешь, что я хочу? Я хочу вот сюда перебраться. Тихонечко. Так, как насчет... О, есть. Здесь тоже есть предохранители. Значит, на втором ярусе... Давай-ка на третий ярус закинем управляемую бомбу. А я, походу, не достаю туда. А подо мной есть? О, есть. Вон туда бомбу. Ой, не то. Вон туда бомбу хочу кинуть. Вот так вот. Давай. Там еще второй идет. Зацеплю второго, нет? Подойди поближе. Красава. Так, этого никто не палит? Вот. Тут вдвоем они. Они вдвоем тут. У вас снизу тут есть? Нет чего-нибудь такое интересное, чего можно подорвать? Походу нет. Вот прям подо мной. Нокаут сверху. Сейчас я это сделаю. Давай. Здесь Человек-паук. И он сожрал одного из нашего. Не повезло тебе. Да, ему не повезло. Так, ребят. Можно туда еще разок что-нибудь кинуть? Нет, не получится. Вон того чувака. Так. Да ты что, мальчик мой. Сладенький. И знаешь, что сейчас с тобой будет? Мне нужен визуальный контакт. Визуальный контакт. Сейчас будет тебе контакт. Точнее, контакт с твоим другом. Спокойненько. Вон туда давай кинем. Вот здорово. Давайте, бегите. Бегите. Ну же. Быстрее. Хлыбыш. Эй, Ганки. Решил позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да. Спасибо. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям жесть жестянская.
Ага. Мне пора, Ганг. Расскажу все потом. Смотри-ка, он выжил после электрошока. Общая тревога! Защитили. У нас здесь тело лежит! Блин. Давай-ка, нокаут. Время сиесты. Кажется, я почти со всеми разобрался. Вон там двое еще осталось. Ганки, конечно, вообще не вовремя позвонил. Прям капец. Нейтрализовать цель! Сейчас нейтрализую. Вообще по-быстрому. Так, куда бы мне? Давай вон на фонарик, наверное. На фонарик. Иди сюда. Контакт установлен. Точно будет синяк. Там шишка будет на лбу, а не синяк. Прыгаем по паутинке. Вон туда. Мне нужно на ту паутинку. Хотя можно и вот на эту. Иди, пупсик, иди сюда, пупсик. Помните. Ну все, это просто... Минус один. Минус не все. Тормози. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Тут вот просто логово паука. Он вырубится. Спасибо. А, хотел пострелять в него, но лучше не буду, у меня ж мины заряжены. Нужно отключить вентилятор. Нужно как-то отключить вентилятор. А, мне же вниз за телефоном, точно. Как мне его отключить? Есть что-нибудь тут? Болты снизу я вижу, какие-то подсвеченные. Мне походу вниз, да? Ладно, вниз прыгаем. Главное, чтобы меня не нашинковал этот вентилятор. Так, могу что-то с ними делать. Крутим, вертим, крутим, вертим. Должен их как-то закрепить. Я знаю, как закрепить. Я проходил это уже. Так. Да. Подойдет? Провода. Теперь провода. Получилось. Давай вниз. Телефончик. Иди к папочке. Как он тут вообще оказался? Батарея села. Непруха. Только не взорвись. Отлично. Прикольная фича, я также хочу телефон заряжать. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра, задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению Нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Да ладно, мужик, ты просто покашливаешь. Простуда обычная. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Ой-ой-ой. Мина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвый инженер. Ты лишь нитик в этой механике. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Фига себе, он дерзкий. Рик, нет! Нет! Дина, не смотри! Батюшки. Святые угодники. Вот он, настоящий супергерой, обычный человек. Беги, Фина! Фина, да, ее Фина зовут, не Фиона. Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его. Он, оказывается, не от болячки. Закончить то, что они умер-то. Так, значит. Ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон, сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Вот же ж приспичило. Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Ок. Спасибо. Короче, про Фину и Фиону. В комментариях написали, если у тебя подружка Фиона, то значит ты Шрек. Прикольная шутка. Мне понравилось, я улыбнулся. Значит... В ответственный момент шуточки шучу, да? Сейчас у меня ладошки вспотели от всего этого. Просто Рик от этого всего, когда он вынимал и отключал вот эту фигню, он погиб. Надеюсь, меня не ждет такая участь. Все, погнали. Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Мам,
порядке? Детишкин корень. Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору. Живо! Черт, костюм испортил. Печень. Аня, почки отказывают. Сердце еле бьется. Блювать охота. Рвет, говорит, на части. Еще днище сейчас прорвет, и вообще экшен будет. Телефон нет. Все ради телефона, и телефон сгорел нафиг, чертям. Черт, сейчас продрестаюсь, походу. О! Ответь мне, ты в порядке? Такое чувство, будто меня скинули с самолета. С облегчением. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Да. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? А ты его поджарил. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. Я ползу. Все чики-пуки, дядя бродяга. Дядя бродяга. Эй, а как ты это сделал? Я даже кнопки не жал. У меня человек-паук на автомате. Самоуправление. На автопилоте. Ты что, думаешь напугать меня щитом? Серьезли. Мне приказано взять тебя в плен. Зачем? Что не надо? Не выучить тебя, допросить. Не знаю, какая разница. Ой, там еще один. Ух, нифига себе. Че произошло? Прикинь, я, короче, своим биоударом по щиту попал ему, и он вот эту силу в щит поглотил, и этой силой в меня, короче, обраточка. Враги из Роксона используют технологию подавления биоэнергии. А, ну вот, в принципе, вызывая эффект подавления и временно лишая Майлза биоприемов. Короче, против щитников биомои приемы вообще... Ядрен батон, что это вообще такое? Вы кто такие, ребят? Пошел, пень, прижмите к земле, я тебя сейчас пришпандорю к стенке. Так, значит, кто мне нужен? Голодрончики. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, подожди. Я голодрон в тебя кину. Держи, пускай они с тобой разбираются. И он с тем чуваком тоже. Вон тебе голодрончик, держи. И... А, снова. Вот эту штуку мне нужна. Так, отлично. Давай я его сейчас пришпандорю к стеночке. Есть? Чё происходит? Я не в курсе. Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного. Это плохо. Есть. Так, биопрыжок, окей. Ау! Вы чё, ребят, офигели? На тебе. Ой-ой-ой-ой, уходим. Это было нелепо. А-а-а, обжёгся. Они поглощают мою биоэнергию. Так, как насчет... Черт, негодяй. Так, подхилимся. О, граната. Надо было гранату взять, а я тупанул. Еще и поджег свой пукан. Хорошо. Давай, я, короче, щиток у тебя заберу. Давай. На тебе. И паутина его. Вот и все, готово. Голодрон один заряжен. Давай, подхилимся. Идем, пока не явились другие. О, привет. О, это же чудо-маскировка. Действуй. Дядя бродяга, давай сам. Я пописать пошел, все. В смысле, у меня невидимость не работает? Как это так вышло? А, у меня энергии нет. Щит отдал, быстро. Быстро щит мне отдал. Спасибо. К земле. Уходим, ушли. Красава. На тебе. Ой, обратно. Обратно мне отправил мои суперудары. Ребята, спокойно. Не кипишуем. Опа. Ой-ой-ой-ой. Здоровье важнее всего. Так, невидимость, пожалуйста. Вот, чуть-чуть есть. И сейчас она уже сдохнет у меня. Это невидимость. Вон туда надо было в шахту сваливать, нафиг. Так, кого я там стреляю? Ух, ракета мимо меня пролетел. У тебя базука есть? Круто, чувак. Я тебе завидую. Так, вы все? Не-не-не, нельзя вставать. Вот так вот. Ой-ой-ой, граната. Все, никак не могу гранату ухватить. Все так хочется, но не получается. Супер удар есть. Давай суперударом.
Вот и все. Этот отключился. Че, мы вдвоем остались с вами? Подхилимся, мальца. Бегу, бегу, бегу. Дядь бродяг, давай, справляйся ты там с ним. Ты же крутой. А я могу в атаку сделать. Смотри, хопа. Че он там делает? А, он в воздухе завис. Ну все, короче, мы всех раскидали по краске. Еще бегут. Знаешь, что я думаю? Мне надо вот сюда. Ой, 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 ой. Че, ребят, происходит? Разрешено стрелять на поражение? Там ракетник, смотри, на меня сейчас будет стрелять. Давай ракету выпускай. Ай, я обжегся. Ловлю. Не успел. Я валялся на земле. Я хотел ракету поймать. Да что ты будешь делать-то? В невидимость, срочно бежим. Капец, через стену? Куда через стену? Мне валить надо отсюда. Сейчас, 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 дядя Арон, подожди. Тут какой-то чиж бежит. Вы чё бежите? Вы чё бежите? Куда? Через стену, вот я ушел. Фух. Слишком жарко уже было. Как-то быстро мы в метро убежали. Нужно залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Роксон найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я... Я просто ее люблю. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Дядя Аарон-то шарит. А ты не допедрил. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Повел себя как глупец. Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Значит, ты, мама, в курсе, что дядя бродяга. Блин, мне так нравится это сочетание, дядя бродяга. Корпоративный шпионаж. Так, стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Проведите влево, чтобы открыть приложение. О, точно, давай, откроем. Человек на тебя подписалось после выхода приложения. Не знаю. Просто пипец. Я был занят. Кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно. Да. Подожди, Ганки, мне нужно понять, где магазинчик Тео. Где магазинчик Тео? Чтобы забрать оттуда костюм. Да, говорили про метрополитен. У меня же есть халявный проездной, типа, юзай его. Почему бы нет? Тебе же дядя подарил. Так что вперед из песней. Нам сюда, пожалуйста. Прости, помилуй. Да, я нашел телефон Фины. Но он расплавился, когда я поглотил энергию из нуформового реактора. Да я вообще обосрался по полной. Мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Арон предлагает сказать Фине, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать нуформу и помешать ей во всем. Типа... Наврать ей в лицо? Ну, типа, да. Но наврал и все. У меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список за и против. Именно, список за и против. Ой-ой. Нет времени размышлять. Согласен. Удачи. Позвони, если буду нужен. Кстати, просили найти башню Мстителей. Я так понял, это она. Вон, Avengers написано. И взобраться наверх, что ли? Какая она высокая. На око Саурона похожа. Жуткая такая. Ух. Давай залезем наверх, посмотрим, что там. Может, Тони Старка встретим. Хотя у Тони Старка она другая была в фильме, это башня. Может быть, это корпоративная башня Мстителей. Привет, друзья. Мистер Джеймсон, видимо, узнал, что я... Снова радио. Радио, радио. Ну, короче, тут ничего нет. Тут взлетно-посадочная полоса. И вот отсюда человек... Ой, железный человек падал вот так вниз. Так, значит, магазинчик Тео. Где он может быть? Иногда это тот, кто говорит больше всех или громче всех. Ну, в общем, дебаты в любом случае состоятся. Я ведь должна попытаться. Опять же, вдруг мы что-то узнаем.
Я помню, что магазинчик Тео был рядом с метро. Я выходил из метро в самом начале, и мы увидели этот магазинчик. Значит, есть вероятность, что где-то вот здесь. Ладно, вот. Ладно, надо действовать. Позвоню Фине и попрошусь в подполье. Ты серьезно? Привет, может, не Майлз. Надо этого делать? Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Может, встретимся, кофе попьем? Почему нет? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе из фигурной пенки, и его приятно пить, а не фоткать. Ха, понял. До встречи. Еще немного, и я стану участником банды преступников. Супер! Ну что ж, получается, надо будет встретиться с Финой и внедриться в ее банду. Короче, я посмотрел предыдущий ролик свой, иногда приходится, и выяснил, что магазинчик Тео находится рядом с домом. Так что погнали домой. На метро. Удерживаем и вперед. Так, я дома. Магазинчик Тео. Вот тут разрисованный Человек-паук, скорее всего, да? Нет, не разрисованный. Куда нам тогда идти? Вон он, магазинчик Тео. Вот он, постер с Человеком-пауком, точнее, граффити. Ух ты, а что тут оцепление? Прости, дядя, я отвлекся. Ты спрашивал меня про площадку. Да ты наверняка забыл все, чему я тебя учил. Равновесие, стойка, прыжок и прыжок. Блин, магазинчик закрыт. Ты что, забыл о моих новых способностях? Я тебя уделаю на площадке. Ого, хочешь поспорить? Ну, давай. Короче, сай. Дядя Аарон предлагает сыграть в игру. Я так понял, в бейсбол какой-то. Я принимаю. Эх, магазин закрыт, короче, сейчас в него не попасть, котика не погладить. Это прям печальная печаль. Черт подери. Ну чего вы тут все собрались, а? Капец, капецкий. Ладненько. Вон там наверху что-то происходит. Поехали туда наверх. Поглядя-ка, что тут. Магазины. Некоторых людей. Вон там ребята что-то стоят, Роксон. Да, это Роксон же. Вроде да. А что это вы тут делаете, собственно? Чувачки. Следите чувачки. За тылом, он где-то рядом! Да, конечно, я вас вижу, а вы меня нет. Как насчет гранаты? Что? Я что-то слышал. Он что-то слышит. Воздух один, чисто. Хопа. Нет, ребят. Что делаем? Что делать? Нокаутировать могу. О, они живы? Блин, я думал, вам капут. У них, видимо, костюмы мощные. И... Хотя нет, я же в Roxxon Corporation делал, так и пофиг. А, ну там я попадал в этот предохранитель. И тогда эффект был намного мощнее. Ладно, будем разбираться с вами так. Как насчет галопомощников моих? Галадроны? Ну вот, например, вам в того давай кинем. Ю. Оп. Черт, меня спалили, нет? Кажется, меня не спалили. Он скинул, галадрон, красавчик, скинул одного. Так, врубаем паутину. Я сюда. Тихонечко подкрадываемся. Черт, меня спалили. Негодь. Оу, воу. Пошел вон. Вон туда вниз. Как это ты сюда запрыгнул, а? Я тебя сюда не звал. Хе-хе, мимо. Выполняем приказ! Давайте кто-нибудь ракетой бомбаните в меня, я хочу поймать ее. Вот, ракетник, давай. Есть, поймал, лови. Еще и граната, но гранату не успел, к сожалению. К сожалению, не успел. Получай. Не стоило тебе сюда приходить! В смысле, не стоило? Че ты за бред несешь? Вам же намного веселее, черт. Вам же намного веселее, когда я здесь. Все, давай, пока. Счастливого Рождества. На другую крышу перелетел. Ну, Роксон, что теперь? Роксон поплатился. Значит, поскольку Тео закрыт, я предлагаю что? Испытание паркура. Мы туда сейчас тогда и поедем. Но сперва я хочу посмотреть, что у меня по костюмам. У меня тут, видишь, что-то горит. Модификация визор. Так. У меня жетонов нет. Вообще не хватает ни на что. Хотя, не, ни на что не хватает. Полная обламентос. Жетоны надо копить. А я все жетоны просрал на костюм.
Я этот шопоголик костюмный. Ладно, тут ничего менять не буду. Давай посмотрим по навыкам. О, можем вкачать. Давай купим. Вот, отлично. Увеличение радиуса действия усиленного биопинка. Это то, что нам нужно, то, что мы хотели. Вот это тоже вкачиваем. Увеличение радиуса поражения биоудара и числа врагов. Вот это мы тоже можем прокачать. Хотя нет. У меня все кончилось, очки закончились, прокачки. Так, все ли я прокачал? Есть еще какая-то коллекция. Давай посмотрим, что там за коллекция. Ух ты. Ух ты. А, ну это коллекция, я понял, что. Это капсулу времени надо собирать. Значит, испытание. Мы идем вот сюда. Отмечаем. И погнали. Ю-ху. Полетели. Будем сейчас лететь и финты крутить. Крутые финты, чтобы нам давали опыта, пока мы летим. Вот, например, вот такой вот. Давай, крути. Е-е-е. 4 опыта дали за таких вертуханов. Надо что-нибудь помощнее сделать. Например, блин. Биоспособность использовал на тупой какой-то прыжок. Это фиаско. Ну ничего. Доступно событие. Какое-то событие, но мы пролетели, мы летим по своим делам. Нам нужно попаркурить. Отлично, попаркурить. 300 метров. Так, давай какой-нибудь финт замутим. Сбежавшие заключенные перекрыли улицу и взяли заложников. Угу. Потом как мы с ними разберемся. Хотя насчет заложников, я еще ни одного заложника не спас. Помнишь, грузовики пира мы спасали, и что-то все как-то не получалось у меня. Вот. Надо с ними разобраться. Значит, что мы будем делать? Как мы что сделаем? Ну почему? Привет, ребят. Привет, как дела? Я хотел, короче, на стелсе, но на стелсе у меня редко что получается, потому что я люблю наводить движ, шумиху, так сказать. Ладно, ребят. Вот так вот. Иди к папочке, паучку. Блинский. Ну что-то я вообще промахиваюсь. По красоте тогда роксоновский всех разделал. А у вас что так много там, а, ребят? Давайте-ка вот так вот замутим. О! Мы проигрываем! Мы обосрались. Отхил. Галопомощнички, вы мне нужны. Прям капец как. Один сюда, другой туда, один сюда. Теперь в паутинку. Давайте, голодрончики. Название такое голодрон. Ну, капец. Следите за паучком. Следите за собой, а не за мной. Так, кто это там стреляет? А, это полицаи уже пришли мне на помощь. Здорово. Еще один, вот этот пупсик. Все. Я всех спас. Я красавчик. Я отхил. Спасибо. Плюс 2 жетончика. Можно будет что-нибудь вкрачать. Прокачать. Так, значит. Давай наверх. А, вон туда нам надо. Я дружелюбный паук, который дружит с голубями. Я здесь. Все, я готов приступить. Погнали. Питер, учи меня. Привет, Майлз. Это проверка умения делать прыжок из точки. Пройди все точки старта. Ты справишься? Так, я готов. Попляшем. Мне нужно лететь к точке старта. Окей, я встаю сюда. И... Погнали! Для прыжка нажмите X, окей. Я нажимаю X, выпрыгиваю. А, все понятно. Ой, пролетел. Да вроде все ок, пролетел, отличненько. Что-то не туда куда-то я лечу. Прям капец. Давай туда паутину. Давай, давай, давай. Не туда паутину пустил. Я, по-моему, обосрусь сейчас на паркуре. Паутина не слушает меня. Давай, 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 давай. И наверх вон туда. Ну же. По красоте. Четко, да нет, сюда. Вот так вот. Вот теперь я разогрелся. А я что-то не разогрелся. Да почему ж так? Ну вроде тут все ок пока. Давай, 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 Майлз, не спи. Дальше вон туда. По крыше бежим.
Получается, да? Ну, хорошо. Почему-то я вот тут сейчас обосрался по полной программе. Давай, 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 шевели ножками. Ну чё, как? Вот это ты даёшь, Майлз. Просто удивительно. Если вовремя оттолкнуться от точки, ускоришься очень сильно. Удобно, когда гоняешься за особенно быстрыми голубями. Так, шутка про голубей актуальна. Так, давай посмотрим, сколько в итоге по скорости у меня что вышло. А, 60 секунд. Я даже серебро не взял. Понятно. Ладно. О, блин, это что, Говарда? Я наслышан о его голубях. Продолжай в том же духе. Увидимся на следующем испытании. Значит, хорошо, вначале мы все испытания проходим по одному, неважно как, хорошо, плохо. И потом сюда будем возвращаться, улучшать свои навыки, оттачивать. Ну, так сказать, учиться. По поводу капсулы времени тоже сгонять, что ли, забрать ее? Погнали. Посмотрим, что там лежит. Надо же поглядякать. Эй, Ганке, мне надо кое в чем признаться. Укусил паук, и теперь у тебя суперсилы? Нет, то есть, ну да, но, в общем, пока ты спал, я как бы немного, ну, поиграл в спид на нагон. Версию, которую я присылал, или... На твоем ноутбуке. Чел, она же не готова! Там полный бардак! Что, все круто! Эти разворачивающиеся додекайдеры — чума! Дошел до третьего уровня? Ага. А что, я побил твой рекорд? Нет, этого не может быть. Я удалил этот уровень, потому что он ломал всю игру. Оу. Нужно кое-что потестить. Пока. Вот это прикол. Почему я не видел, как я играл в эту игру? Что это? Это домашний острый соус. Короче, это соленый перчик в бутылочке. Вот это капсула времени. Давай посмотрим на нее. Коллекция, по-моему, сюда. Это мы находили. Посмотрим, что он скажет про это. Этот соус пике на день рождения Фины. Бабушкин рецепт, наверное. Все понятно, бабушкин рецепт. Делала на ужин мама. Все ясно. Let's go. Опа. Разгончик, разгончик, разгончик. Отлично, набираем фору. Ух. Прыжок. Так. И вот так вот. Просто чудно летим. Шикарно летим. Мы сейчас долетим до новой точечки. И будет просто шикос. Йоу. Кажется, получается летать. Но мы, собственно, сейчас направляемся уже к основному сюжету. Вон к тому треугольничку. Доступно какое-то событие. Ладно, давай еще какое-нибудь... Ой. Ладно, давай какое-нибудь еще событие выполним. Например, у меня угнали машину. Вот, интересно, да? Ну давай что-нибудь полегче. А фотку можно? Вот, давай фотку возьмем. У меня есть фанаты. А что это? Кто это на меня нацелился? Я не понял. Что за ракета? Фига себе. Это как так вышло, что в меня ракета летела? Кто это в меня стрелял? Еще ракета летит. Откуда? Сверху. Вон туда. Нифига себе. Вы чё, ребята, офигели? Паутина, лови. Давай-ка в них обратно. Не долетело. Чё, еще разок? Опа. Не достаю. Ракеты летят куда-то вниз. Пойдем разберемся на крышу. Даже вообще никакого обозначения не было. Давай попробуй. Я чутка перелетел, ребят. Ух, какие вы нервные. Вам бы валерьяночки попить. Раскручиваем, раскручиваем, раскручиваем. Отлично. Блин, я хотел тебя зацепить куда-нибудь, но не получилось. К сожалению, тогда лети туда. Вот так вот. Вы офигели? Ну давайте, давайте, стрельните, стрельните. Вас, правда, двое. И я не успел. Я просто лоханулся. Еще и граната. Да ты что, хочешь меня вырубить? А как насчет голодрона? На тебе голодрон, вот с ним воюй. А вам паутинка. Отдал-ка мне быстренько ракета. Ракетницу. Готов там стрелять, блин. Давай, полетай, мальца. Опа. Один вылетел. А, убернулся. Добивашка, добивашка. Давай. Mortal Kombat Fatality. Я просто хотел сфоткаться, а ты? Нет, не дам я тебе стрелять.
А ты помешал мне этому. Готово. Разобрался с Роксоном. Роксон, что теперь? Значит, куда я бежал? Я бежал вон туда. 3000 километров. Че я буду бежать, если у нас есть метро? Правильно? Паутину надо экономить. Нам сюда. Метро здесь. Чудно? Let's go. Извини, паучок, но я спешу. Да спеши, ради бога, я тоже спешу. Маленькая. Так, нам сюда. Я только не совсем понимаю, где она. Она где-то... О, дома никого нет. Я проверил. Голуби, привет. Тут тоже дома никого нет. Да чё я мешкую? Запутался человек, паучок. Давай наверх. Давай. Так. Вот кто просил сделать со мной селфи. Я уже здесь. Оу, пролетел, мальца. Смотри, эффектное приветствие. Привет. Человек-паук, привет. Знаю, что ты занят, но можно с тобой селфи сделать. Да. Я костюмчик забыл переодеть. Подожди. Интересно, я успею переодеть костюмы? Коллекция, тесты, список приемов. Где мои костюмы? Кажется, не успею переодеть костюм. Черт. Ну ладно. Без парадочки будет. Спасибо. Встань вот тут. Ну вот. Надеюсь, вышло хорошо. Здорово, спасибо. Спасибо, здорово. Тут такой подрыв. Труба с газом рванула. Паршиво. Если склею место взрыва паутиной, пожар не разойдется. Ну да, попробуем. Ну, паутин-то пусти. Так, значит, чтобы прицелиться. Откуда вообще удобнее прицелиться-то будет? Может быть, сесть на фонарь? Вон, давай на фонарь. Давай, вон туда, на фонарь. Ну, что ты? Вот так вот. Ой, далеко. Ладно, попробуем сейчас прицелиться. Не-а. Обломентус. А если вот эту? Слишком далеко. Да паутина сгорает, чё вы, блин. Это ж капец. Каждый придурок в маске, что-то там чувак какой-то говорил. Меня тут за придурка считают. Не круто. О, получилось. А здесь что? Странно как-то, да? Паутина, она очень быстро жгется, но газовую трубу я могу. Могу заклеить. Прям как у нас в России, слушай. Да и в странах СНГ, где есть газопровод, все вот так вот хиленько, тухленько держится. И взрывается. Кто бы мог подумать, что когда я шел на вход, то сессию будет такая ситуевина. Ляпая ситуевина. Да что ж такое-то? Люди, не мешайте, я тут мир спасаю. Точнее, газопровод. Чтобы все здание тут нафиг не подорвалось. Есть? Ушей кто-то там не чувствует. Это печально. Может, таблеточку какую попить? Что, все? Вон там еще. Давай, паучок. Давай как-нибудь по красоте прыгнем и вот так вот. Ай, так не получается. Ладно. Ну что, все? Плохо дело. Да ё-моё, что, весь дом буду латать, что ли? Может, вызвать этих газовщиков? Где-то что-то еще подорвалось. Где? Покажите мне, где еще газ? Ох, ёпарасоте. Надо потушить огонь. Как потушить? А, гидрант есть, вот. Давай. Сработай! Ну вот. Уже и пожарные подъедут. Спасибо, паук. Впервые вижу, чтобы труба так рванула. Спасибо за оперативную помощь. Да все нормально. Я был тут рядом. Ребята говорят, у тебя приложение есть? Я в этом профан. Но ради тебя установлю. И лайки не забудьте поставить там. Все. А можно мне автограф? Все четенько, все круто. Кто-то автограф просит, кто просил автограф? Вообще в легкую, без проблем, ребят. Только скажите. Я тут все равно мимо пробегал своим делом. Так, давай куда-нибудь наверх запрыгнем и там зафиналим все. На красивом виде. Опа. Давай, паучок, беги. Ну, походу, каждую серию я буду менять костюмы. Хотя это очень дорого, капец как дорого. Но прикольно. Давай сядем по красоте, как ты умеешь, Майлз. Давай, садись. Во. Четко. Смотрим на море, на голубей, в снегу.
и в крутых кроссовках. В общем, если тебе нравится Человек-паук Майлз Моралес, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии по этой игре. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.